хватит. И так долго терпел. На счет пять всех порву, а считать начну с трех. Четыре. Так и думал. Хорошо. Добро пожаловать на передачу «Вольт, Вольт и еще раз Вольт». Спасибо, благодарю, тоже очень рад. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее, ноги на телевизор. Вас ждет 6 дисков и 940 минут высоковольтного отжига. О, волшебная шкатулка! Да будет твоя эксплуатация эффективна и бесперебойна! И вот начинается жесть! Даже страшным воинам нужен отдых. Так, всем привет, дорогие друзья. Это, наконец-то, игра Вольт. Я до нее добрался, короче. Вот, у меня сейчас были какие-то тормоза из-за этого объемного дождя, так скажем. Мне надо, походу, на стройки залезть. Хотя они... На заправочку? Хотя они не в конце, когда у меня спустилась камера, не так были уже заметны, вроде бы получше стало. Не знаю почему. Короче, где тут настройки-то? Блин, тут их нету. Тут вообще настроек нет. Ладно, тут есть только настройки звука, мне надо будет залезать в меню в самое начальное. А до этого далеко, так что... Так как я уже залез сюда, то лучше уж продолжить, а потом уже там в следующей серии уже поменяю. Да нет, подождите, настройка звука что-то... А почему? Мягче, я же менял. Мягче, мягче. Я изменял. Громче, 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 громче! Вроде бы нормально. Блин. Мамочки! Почему-то... Мамочки! Мамочки! Ничего не происходит! Так, так вот... нормально... На заправочку? Поменьше надо сделать. Звук очень сильно орёт, поэтому... Ладно, вот так поставлю. Пойду гляну, что там пишут про Вольта. Ладно. Как тут... А, тут мышка вообще не нужна. Вообще идеально. А, подожди, вообще... Неудобно. Неудобно. Вообще. Стоп. Лучше уж джойстик подключать, но мне след за ним сейчас идти. Поэтому тут вообще управление. Пробел, двигаться. Особые действия. Блин, как тут тяжело-то, а? Управление-то. Тут уже лучше реально контроллер брать. Ладно. Даже... Ладно. Пока не покажут управление... Да, хочу еще сказать, что... Передаю свои вот эмоции от мультфильма. Мультфильм был вообще шикарный, игра здесь, конечно, не очень, ну серьезно, здесь графика не очень, но нормальная так сойдет для первого раза, хотя я не знаю, тут, но игра, так, иногда она надоедает, серьезно вам скажу, иногда она надоедает. Так, кстати, хочу передать привет
Китику, Баксику, Технодракону, также Дрейку хочу тоже передать, и всем остальным друзьям, которые у меня в домике Сервал находятся, большой им привет. Большой привет. Как раз ради, можно так сказать, им всем этот мультфильм очень понравился. Я решил, короче, его записывал уже, эту игру, но она у меня, короче, не знаю, на старом компе она у меня лагала очень сильно, поэтому сейчас я могу вам как раз нормально пройти эту игру. Она хотя и старая, но заслуживает внимания. Поэтому я решил все-таки взяться за нее, скачать и пройти ее полностью. У меня, конечно, есть уже эта игра там в одну серию вроде как. Но так как она меня тормозила, я дальше играть не стал. Но я ее проходил еще и тогда, когда у друга в гостях я ее прошел полностью, вроде бы даже два раза. Но в этот раз я... Блин, как же неудобно, а? Так себе пальцы могу сломать. Реально тяжело нажать Z и движение. По-любому нужен джойстик. Я в следующей серии возьму джойстик, потому что это управление меня сломает. Блин, да... Здесь уж лучше джойстик играть, потому что невозможно играть на клавиатуре. Эта игра, похоже, сделана изначально для консолей, вроде как. Что это такое? Можно ударить вообще? Или что это такое-то за лицо? Что это такое? По-любому это какой-то силуэт. Как-то выделяется. Нет, все нормально пока. Чуть не знаю, почему у меня там вначале лагало. Нажимать кнопки в правильном порядке. А, ну ясно. Блин. И что-то в этом такого плохого. Ноги сломал, что ли? Вообще надо было это нажимать вниз. Не нажал, ноги сломал, походу. Ну, блин. А как там? А, вот. Не, ну, я вам скажу, что... Мне больше все-таки за Вольта нравится играть на самом деле. Вольт, мне кажется, мне больше нравится. Что такое? Ты будешь цепляться? О. Это реально удобнее играть, не знаю почему, но или мне просто так кажется. Хотя я эту игру прошел на клавиатуре полностью, когда у друга играл. Блин.
надо, да? Нет, не надо мне сюда. Блин. Все, прошли. Так, кашля постепенно накапливается, да? Я уже забыл, блин, сколько я раз не играл уже в эту игру. Под тяжка не получилось, я не понял, что там надо было нажимать. Что-то реально с собой, блин. Блин, мне неудобно на клавиатуре. Что хотите делаете, но мне неудобно вообще. Вот до сохранения не дошел. Хоть что-то. Уже переход. А здесь как раз вольт будет, кстати. Мне надо опять вспомнить, как... Профессор, который не хочет сотрудничать. Потому что только он может закончить установку. Ключ к профессору — это его дочь. Поймаем ее, и он сделает все, что попросит. Девчонка! Как она себе все не отбила с такой высоты? Где пес? Вольт, хватай! Как она с такой высоты себе все спрос? Собака здесь, нужны еще люди. Так, тут хотя бы показано, как управлять. Мне надо вспомнить. А, блин. Тут несколько вариантов удара. Тут все ломается. Но вверх это долгий удар какой-то, а вниз самый вроде как быстрый. Вот это тоже можно. А еще и... Еще и весь дом сейчас разрушится. Вещи, но выкинул. Используем долгую атаку. Что такое долгая? Нафиг. Такой звук, а вот у них там рвется что-то. Чем одежду там рвал?
Сука. Так, а какая кнопка? Я забыл управление. Ракеты хватило. Обычно они уничтожаются с больше попаданий. Где мой папа? В других играх я имею в виду. В джунглях Юкатана, в убежище Калика. Где джунгли? Не знаю. Ага, Ломанаи. Ломанаи, Белис, ну конечно! Вам не победить, нас слишком много. Что с ним будет? Твой папа? Я даже не представляю, что с ним сделает Каль. Я моему псу. Что они так охраняют? Надо будет узнать. Вольт, играй! Опять, кстати. А, нет, нормально. Что-то я опять за него, за него. Ну. Я, наверное, сейчас джойстик все-таки возьму. Ладно, вот здесь вот закончу пока. Это первая серия, поэтому сейчас перейдем в второй, только я джойстик возьму, потому что это уже невозможно. Увидимся в следующей серии, не переходите.